Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Специальное предложение сегодняшнего дня. Полуботинки Ника эксклюзив. То предложение, которое превзойдет все ваши ожидания. Посмотрите, как они хороши. Они настолько удобные. И это премьера в коллекции «Весна-лето 2020». Не пытайтесь их нигде найти. Это эксклюзив нашего телеканала. Количество крайне ограничено и, к сожалению, повезет не всем. Но вы сейчас с нами. Поэтому вы можете выбрать за 1999 рублей из натуральной кожи восхитительные полуботинки Ника. Давайте же узнаем у нашего очаровательного, великолепного Миколы Комендрова. Это звездный стиль, которого мы обожаем и доверяем его профессиональным советам. Микола, но почему же они так великолепны? Ну, в первую очередь, потому что это натуральная кожа, мягкая, гибкая, по ощущениям напоминающая именно такую легкость, имитацию вашей настоящей кожи. То есть это прям слияние с природой. Во-вторых, это натуральная стелька внутри, мягкая, в гибриде с эво-материалом, а значит, это и амортизация. Класс. Это перфорация, которая создаст ощущение отсутствия обуви на ногах, плюс это поддержит 9-я полнотная группа и, безусловно, эластичная и гибкая каучуковая подошва, которая создаст нереальную комфортность. Давайте же посмотрим, если вдруг у вас есть нюансы, а это чаще всего встречается в России, уставшие ножки, вот, к примеру, у Светланы 25-26 сантиметров в обхвате, есть вальгусные нарушения, но с какой легкостью даже в шнурованные мокасины она добавляет ножку, не используя даже рожок. Класс. То есть смотрите, насколько комфортно, и это работает как профилактика, а значит, избавляет вас от боли, усталости и отека ноги. Итак, к тому же они необыкновенно легкие, благодаря чему? Да. Гибкие. Они легкие за счет того, что здесь легчайшая и мягкая, очень гибкая кожа. Здесь у нас легкая подошва на основе каучука и резины. То есть смотрите, насколько она гудоперчивая и очень гибкая. Видите, она в виде ксот внутри сделана прозрачная. А значит, ваша ножка лежит на воздушных подушках, как будто вы ходите по облакам. И, конечно же, внутри у нас съемная стелька. Всегда можно заменить ее на свою дополнительную, к примеру, если вы ортопедическую добавляете. И смотрите, натуральная кожа у нас снаружи, и эва у нас идет изнутри. То есть у нас двойной удар по комфорту, такой мягкий удар, похлопывание. Я вас хочу сразу предупредить, у нас количество крайне ограничено, у нас светлые оттенки покинут нас первыми. Вот посмотрите, розовый, который я обожаю, он один из лидеров уже. Смотрите, какая необыкновенная мягкость. Давайте еще раз посмотрим. У нас есть черный. Вот розовый у Миколы, еще раз черный, синий, черный, классика белый. Жанра синий. Синий, кстати, цвет сезона, поэтому обязательно закидывайте его в свою корзину. Белый цвет для тех, кто у нас любит именно белые оттенки в обуви и не боится их, как говорится, пачкать. Ой, и, конечно же, бежевый. Бежевый сейчас моден именно в тотал-луках. Можете одеваться с ног до головы в бежевый оттенок. Миколушка, ну а как же выбрать размер? Размер мы выбираем четко, потому что это бренд Вилмор и его вторая линейка Кумфа. Это 3D-моделирование, а значит, обувь вы носите с ощущением, как будто вы ее шили для себя на заказ. Это, безусловно, 9-я полнота. Здесь работает, поэтому размер в размер здесь очень четкий. Кстати, если обладательница 41-го, где-то дробь 42-го размера ноги, тоже себе его может позволить, потому что полноразмерный, он всегда идет четко, как промежуток, то есть с половиной. Слушай, ну они просто великолепные. Это покупка номер один сегодня, как я люблю говорить, на нашем телеканале. Повезет, к сожалению, не всем, количество ограничено, но, к счастью, вы смотрите сейчас наш прямой эфир. Комфорт, который вы будете ощущать каждый раз, когда надеваете полуботинки Ника, сопоставим с самыми удивительными ощущениями. Вот моя мама, например, говорит, мне удобно, как будто я в тапочках, но эти полуботинки превосходят даже эти ощущения. Вы их надеваете и забываете об обуви. Они поддерживают вас своей мягкостью. Итак, Микола, почему же мы все в восторге от этой удивительной натуральной кожи? Потому что она мягчайшей выделки, это телячья кожа, очень нежные выделки, то есть мягкая, без большого процента использования специальных таких вот размягчающих эффектов. И она, видите, насколько, вот я прямо ее показываю, видите, гибкая. То есть эта эластичность позволяет подстроиться под все нюансы. Если их нет, то будет работать как профилактика. Перфорация дает возможность дышать.
То есть это реально дышащая обувь, ручное вышивание мыса, как у мокасина, значит, еще и убережет ваш педикюр. То есть всегда он будет хорошо покрашен и не оботрется. Мне очень нравится, смотрите, здесь у нас обработана пятка, и лайкровый материал добавлен в верхнюю пучковую зону, для того, чтобы не натирало вообще ни в одном, как говорится, сантиметре вашей ножки. Ой, ну посмотрите, посмотрите, какая прелесть, они хорошо со всех сторон, Микола. Но вот здесь перфорация, зачем она нужна и как она будет работать? Перфорация, давайте я вам покажу на вот таком вот увлажнителе воздуха, который, в принципе, покажет, насколько эта перфорация быстро работает. Вот как раз-таки в таком же ощущении здесь циркулирует воздух вокруг вашей ножки. Плюс еще воздушные подушки, которые в виде сот выложены под стелькой, как раз-таки добавляют этого эффекта. Вот если вы хоть раз в жизни мечтали пройтись по облакам, это эффект как раз в данной обуви. Вот смотрите, мы все разные. Стиль в одежде, мы даже сезоны представляем разные. Лето, весна, осень, зима, сменная обувь изумительная. Но вы представить себе не можете, как нам хорошо. Вот это то ощущение, когда 24 часа в сутки вы на ногах, и вы ощущаете себя превосходно. Посмотрите, очень хорошо видно, насколько они мягкие, как великолепно ведет себя подошва. Она такая легкая. Микола, что же это за подошва, которая дарит нам максимум удовольствия? У нас здесь идет с вами соединение резины и каучука. И обратите внимание, как она построена внутри. Она внутри создает эффект сотов. То есть, видите, проложены подушечки, воздушные ячейки, которые работают на охлаждающий эффект. Те, кто был в Дальнем Востоке или в Арабских Эмиратах, знают, что там во многих домах строятся крыши с такими воздушными подушками для того, чтобы охлаждать. Вот этот эффект как раз работает в весенний период и в летний, когда обувь может быть создавать испарину такую. И можно даже потерять сознание из-за того, что обувь тесна и в ней жарко. А здесь как раз-таки у вас будет такой холодильничек на ножках. Класс! Цена только сегодня или пока полуботинки Ника. Есть в наличии 5 вариантов цвета, но это только пока. Самые светлые оттенки розовый. Ну, посмотрите, какой он великолепный. Бежевые, белые покинут нас в первую очередь. Пару эфиров, и их уже не останется. Выбирайте размер в размер. Это премьера. Закрытый предпоказ коллекции «Весна-лето 2020» только для вас. Это мега-комфорт и мега-счастье.